Сейчас к новостям культуры. Накануне вечером в детской школе искусств состоялся праздничный концерт, посвященный памяти первого руководителя музыкального учреждения Раисы Николаевны Розен, чье имя сейчас носит заведение. Дань уважения истории отдали юные виртуозы, исполнившие всем известные музыкальные произведения. В год основания музыкальной школы в 1944-м Раиса Николаевна Розен была назначена завучем музыкальных классов, а уже через 3 года стала полноправным руководителем всего учебного заведения. Именно при ее руководстве заведение дополнительного образования стало центром культуры города. Я работаю уже 52-й год в этой школе. Я бывшая ученица Раисы Николаевны. Вот, и поэтому у меня, конечно, свои впечатления о ней, воспоминания о ней. Вот. И концертов, конечно, видела очень много. И когда-то мои ученики играли, и когда-то и сама тоже выступала. Ну что ж, сегодня как бы очередной концерт. Но для нас это, конечно, знаменательный. Потому что память о таком человеке мы постараемся сохранить, конечно, и всегда бываем под впечатлением. Я считаю, что концерт удался, хороший был концерт. Вот. Так что память о ней живет и продолжается. Музыкальная школа воспитала не одно поколение кунгуряков, многие из которых стали профессиональными музыкантами и сейчас преподают здесь. За 73 года ее существования детскую школу искусств окончили около 3000 учащихся, которые на примере выдающихся родоначальников музыкального искусства кунгура и впредь прославляют кунгур далеко за пределами региона.